Алло. Не, он не ответил. Да, ну, не захотел. Вышли, много дыма. Начали тушить, чем попалось. Что попалось под руки, водой. Угу. Заходили в комнату туда, заливали. Ну вот дверь открыта была, я уже соседи там с квартиры. А мы уже по дыму все помогали. Вынесли женщину сюда, в подъезд. Женщина здесь уже в коридоре лежала, уже хрипела. Мы ее сюда вывезли на подышать. А мужчину уже пожарные выносили. Мы нас эвакуировали в подъезд. Thank you.